И снова проспект Шахтеров. Вот этот дом 32. Вот трактор проходил здесь. Буквально, видать, на днях. Вот он, протектор его. Спрашивается, какого черта он тут проезжал. Он вообще ничего не делал. Вот отвал снега есть какой-то. А почему дорога-то не чищенная? Колеса он проваливались у него. Он проехал, сломал вот эту бровку. И все, и уехал. И все дела. Вот как они чистят? У кого-нибудь вообще тут с логикой есть какое-нибудь соприкосновение? Нет. Шахтеров 32. Магазин Ярче. Магазин Мария Ра. Напротив Восток.